Ромик наш, красавчик небольшой, песик, попал к нам из отлова. Его на удавке, на петле взяли. Он очень боялся после этого, то есть у него был стресс. Мы его долго приучали именно к ошейнику, потому что он не мог это делать, у него был стресс, и это заняло определенное количество времени. Потом потихонечку он привык, и все нормализовалось. Теперь точно он может гулять спокойно на поводке, вообще без проблем. По размеру он вообще небольшой, он, в принципе, для квартиры вообще отлично подойдет. Ну и плюс он заматерел на холодах, то есть, соответственно, он может и спокойно быть в частном доме, на улице, в вольере, то есть в будке утепленной, вообще без проблем. Он очень хороший, очень ласковый песик, вот. Отличительная черта, но он похититель женских сердец, то есть он у нас ловелас среди кобелей. И, то есть, у него все самки его. При том, что кобели его били не раз, вот. Потом он возмужал, и размеры, как бы, не... Это не значит, что он такой маленький, что его можно обидеть. Потом он возмужал, и окреп, и стал, как бы, отвечать. Ромик очень добрый, ласковый, очень любит людей. То есть, вообще, без проблем. По поводу кошек вопрос, потому что по-разному он кошкам относится, поэтому он может ревновать, и здесь, как бы, надо индивидуально смотреть. Если привыкнуть, то все хорошо, без проблем. Вот. Ну, я вообще рекомендую, конечно, его в квартиру, потому что размер позволяет. Вполне. Наш Ромик, он уже сидит немало здесь. Вот, поэтому я бы, конечно, с удовольствием бы отдал. Он уже готов. Все, что надо, мы сделали.